Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 182 упражнение. Прочитаем задание. Прочитайте текст, почему вариант предложения с депричастием оказался лучше. Постройте схему первого предложения с прямой речи. Давайте прочитаем. Федору Михайловичу Достоевскому не понравилось одно выражение. У меня было написано так. Когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не то!» – раздраженно вдруг заговорил Достоевский. «Совсем не то. У тебя выходит слишком сухо. Пятак упал к ногам». Надо сказать, пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая. Замечание это, помню хорошо, было для меня целым откровением. Да, действительно, звеня и подпрыгивая, выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Ответим на вопрос, почему вариант предложения с депричастием оказался лучше. Этот ответ мы найдем в последнем предложении, потому что он живописнее, он дорисовывает движение. Затем необходимо построить схему первого предложения с прямой речью. Это предложение. У меня было написано так. Когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. Давайте выполним схему. Сначала у нас идут слова автора, затем двоеточие, открываем кавычки. Прямая речь начинается с большой буквы, прямая речь заканчивается, мы закрываем кавычки и после этого только ставим точку. Вот такая схема. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.